школа в селе Каргалей Вадинского района с этого учебного года встречает учащихся обновленной. За два года здесь был проделан большой ремонт. Благоустроили площадку перед учебным заведением, а также выстроили ограждение по периметру. Заменили оконные блоки и двери, отремонтировали пищеблок и спортзал. Наши ребята принимают активное участие практически во всех соревнованиях, которые проводятся в районе. Это и шахматы, волейбол, футбол. Принимаем участие в соревнованиях баскетбол и баскет. Решение о проведении капитального ремонта в этой школе было принято губернатором Олегом Мельниченко в ходе его визита в село. Тогда глава региона дал распоряжение о выделении учреждению 10 миллионов рублей. Дополнительно из бюджета Вадинского района профинансировали работы по освещению спортивного зала, а также обновлению системы водоотведения. Село Каргале для нас является перспективным селом для нашего района. И с 2020 году мы отремонтировали здесь дом культуры по программе, по областной программе. На протяжении двух лет, начали мы с 2021, закончили в 2022 году, мы отремонтировали школу. И в результате всех этих проведенных работ здесь образовался у нас такой социально-культурный центр. Ректор Института регионального развития Геннадий Белорыбкин, посетивший школу, в свою очередь дал высокую оценку плану воспитательной работы, который составляется на основании пожеланий детей. Такая форма, по его мнению, приносит большую пользу.